Два уровня. Так, силу, может, силу. 28. Давайте силу. Давайте мне силы. Дайте мне силушки. Силушки, силушки. Сколько надо еще один уровень? 11600. Сколько у меня душ? И каких именно важные воли? Сколько у нас? Ведь чем колесница палача. Из него делается пика. Хорошая, но. Но я ее использовать не буду, поэтому. Оп. 18. Пользоваться. 21. Не хватит на 2 уровня все равно. Сигарет. Коня, как он снимает, блин. Мне вот это надо качать. Вот это, вот это, вот это. Или физику подкачать. Физик. Физик. Так, у меня осколков нет, что ли? Да. Есть осколки? Нет осколков. Ну ладно. Зато у меня есть очищенный прах. Аж две штуки. Ёлки-палки. Ну и что, вот эта табличка висит полчаса. Я ее 3 раза успеваю прочитать, пока она висит. Что нам купить? Бабушку? Бабушку потрохами купить. На том закончить. Да. Тэнки, сэнки. Блин, а куда идти? А? Я что-то все время забываю, куда идти дальше. Здесь мы были, тут мы были, здесь мы были, тут мы были. Были-были, сюда мы пока не пойдем. Нам надо идти это. В дыру. Все, знаю, куда идти. Есть же у нас аромат, ароматная ведь былого. Былого. Аж 3 штуки былого есть. Былое. Было. Да уж. Какие тут архитектуры. Интересен. Черт, язык сломаешь так, ладно. Кто такой? Проблема у тебя какая? Ну и что? Статую? Не вижу я никакой статуи. Чтобы ее увидеть, надо вот сюда зайти. Сюда сначала. Но здесь не статуя. Здесь зеленые вот эти вот. Эч. С метелками. Не знаю. Чудушка с метелками. Рапира. В руках у него явно не рапира была. Вот статуя стоит. Использую? Чё ж не использую? Сейчас мы убьем всех сначала. Потом с ним побазарим. Ты умри. Соединяйся. Читай. Ай-ай-ай-ай-ай. Брикс не попал. Брикс не попал.
Сейчас это лупоглазое чудо на меня прыгнет, скорее всего. Так вот. Но промажет. Вот теперь с ней можно поговорить. Забавный персонаж. Хватит кашлять. I'm fine, I think. No. I'm fine. Нравится. Really, I am. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Ну ладно. Oh. I still have. Well, so. I was attacked. I hate to burn your fur, as you've already saved my life. But just, do you have any? I'll take it. Anything at all. Just. Что тебе отдать? Давай, что тебе дадим? Вот у нас доспех Сокольника. А это что такое? Доспех Ленгарла. А что, покрасивше? Куртка хранителя могилы. Ну давай отдадим, что зачем. Могилы охранять я не собираюсь. Так, что ты продаешь? Кольца. А что у меня? А, у меня денег нет. Все. В принципе. О, лампера мать, откуда ты взялась у меня? Где ты его подобрал? Ну, в принципе, ладно. Ну, все, ладно. Увидимся в Маджуле. Покидала. Костерок. Надо отдыхать себе. Не надо черепа, надо убрать. Нужны они. Так, что у нас с кольцами? А, нормально. Так, тут где-то сундук был, а вот здесь что-то. Осколок. Осколок флягисеспуса. Осколок флягисеспуса. Сюда что ли? Сюда. О, сюда. Что-то там? Дропнул что-то, да? Очень жаль. Человеческая фигурка, ну что называется. Ты что, застрял? Маленький. Ну поспи пока. Так, все, больше тут не шиша, по-моему. За этими дверьми остальными. Тут вот этого Василиска бы пофармить, он камни дропает. Огненного Дрейка, яда, кровотечения, грубой магии, старика, пустоты. У меня на молнии камня нет. Ну ладно, не буду, конечно, сейчас заниматься. В принципе, мне молнии пока нечего заряжать особо-то. Почему я промазал? Хорошо. 50. Плюс 50. Ага, засада. Засада, засада. Опять фальшивал. Вы с ума сходили? Мне! Девайка, ты что не идешь?
Ну-ка. Кидается. Камнеметчик. Камнеметчик обстрелять. Бэкстап. Облом. Прыжки забавные. Жаль, что их делать порой весьма непросто. Вы уже должны домой. Наш дворовой. Камнеметчик очередной. Попадет? А еще раз. Че, камни кончились? Кидай. Вот. Ладно, надоел ты мне. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 5, 6. Ну вот костер. Костер. Так. Ну, отдыхать тут смысла нет особого. Так. Тут сидит NPC. Нифига не видно. Just white. Кто грязная крыса? Я грязная крыса. Ты чё мне? Оборзел? Фри. Сидишь тут. Так. Вот в этом вот тумане очень бы пригодилась куртка. Кстати, я ее не купил. Ли? Нет, я хотел, но не купил. От бэкстабов, короче, от бэкстаб. Ну вы поняли. От удара в спину, короче, помогает. Она очень-очень хорошо. Точнее говоря, она не то, что помогает, она просто их делает невозможными. То есть меня невозможно забэкстабить, когда я одеваю эту куртку. Подается она у парня, который сидит в железной цитадели. А, не та сторона. Сейчас сзади кто-нибудь бежит, скорее всего. Нет? Быстрее, девочка. Девочка. Лицо чистило зверь. Да ты ушлепок. Биться с ними здесь, конечно, плохая идея. Девочка, давай быстрее. Девонька, скорее. Девонька, нет. Пошел ты. Деревья мычат так. Забрать предмет. Да. Что ж такое-то? Так, ладно. Тут главное с ними биться, не пытаться. Начнете биться, все. Ну, не, можно, конечно, если у оружия широкий размах. Можно, конечно, биться, но я предпочитаю просто вот так вот ходить, нигде особо не останавливаясь дольше, чем на пару секунд. И все будет в порядке, скорее всего. Так, отсюда я пришел. Ну, они ходят тут. Люди-невидимки. Где-то тут еще был проходик. Проходец. Здесь вот что-то лежит. Так. Тролливали. Тролливали. Никто не бежит за мной. Или бежит? Нет? Я. Ха-ха-ха. Нет никого. Болтливый персонаж. Он бенгарл, короче. Точнее говоря, голова его. Поболтать не с кем, блин, вот он тусит тут. А, у него вот этого можно купить на всю сумму. Так, а что, и стрелки какие-то есть? А, стрела. Farewell. Сейчас мы душку какую-нибудь сожрем. Купим еще этого. Вот этого вот. Ну, почему бы и нет.
Вот, и поговорим. I cannot lie. I was at and freeze it. I was one of the been one. I am great, but more. Go along. Farewell. Farewell. Go along. Farewell. Деревья коровы. Так, это я не сюда бегу, походу, да? Не сюда, тут еще сундучок один. Вот его бы сейчас бы найти бы, и все, вон он стоит. Блин, побыстрее. Давай, забрать предмет. Хорошо. Все. Тут есть еще, конечно, какие-то пару предметов на трупах лежат, но их искать чуть-чуть геморройно. Я ж попробую. Тем более терять не особо нечего, душ у меня нет. Макияж попортить могут опять. Так, здесь была эта ваза, урна. Вот. Бэкстап опять хотел сделать, гад. Но не сделал. Так, вот. Какой-то... А, этого мы обобрали. Чтоб тебя. Да что ж такое? Так, вот мой. Воины. Ай, блин, как вас тут много-то. Вот, я и говорю про это. Идите-ка вы, знаете куда? В Караганду. Так, вот, что тут предмет? Душа солдата большая. Ай, нет, девонька, это тупика, девонька. Девонька. Так, это выход, да, отсюда, нет? Да, нет, да. Да, все, ну нафиг. Мы там взяли все важное. Два кольца. Посередине гвоздик. В общем, все забрали. Теперь надо. Ай, ну. Можно туда, конечно. Теперь надо вот так сказать. Вот. Прибыли мы в долину львов. Сначала я схожу вон туда, пожалуй. Отлично. Такс. Убью вот эту тварь из дикого леса. Может, дропнет что? Да. Вот. Бесполезная хрень. Почему они все время кровотечение дропают? Нет, чтоб молнию дропали. Вот тут вот очень беспонтовый прыжок. Я все время на нем умираю. Сейчас, возможно, тоже скончаюсь. Нет, девонька, не так, извиняюсь. Да, блин, что я делаю? А, господи. Получилось, надо же. Алебастр. Черного рыцаря. Так, у нас ароматные ветви в количестве 2 штук. Окей, пойдем добежим до вот этого вот, до вот этой статуи, у которой нету, сами знаете чего. Так, постоим тут чуть-чуть, постоим, потом вот так сделаем. Так, мне еще не понравится, но... Ну ладно. И дадут нам лич-клык, который весьма полезен. Так, где-то тут еще был тайничок такой. Микротайничок вот он.
Кстати, о птичках и о проклятиях. Сейчас проверим. Вообще не действует проклятие на меня. О, как хорошо. Ой, как замечательно. Вы теперь можете на меня дуть, сколько у вас, не знаю, сколько влезет. Пока сами не раздуетесь. Но мне все равно. У меня кожа пустого на голове. Парни, вы что тут столпились? Ой. Че вы вдвоем-то? Я вдвоем тоже могу на вас напасть. Опс. Ух ты, два раза бьет. Три раза бьет? Кто тебя так научил? Лев. Добиться с ними вообще-то плохая идея. Было не бестолковое совершенно. Вазы теперь вообще можно не разбивать. Проходишь спокойно. Дымишься, правда, все равно. Что немного печально. Но это не мешает. Подумаешь, дым. Да, Лев? Пошел. Вот я стою, пожалуйста. Сколько угодно. Иди ты. Туси. Здравствуйте. Она их в камень превратит, интересно, у меня. Ой. Они меня хотят убить. Ключ камень в шар. Нет. Опс. Вот что она их не дамажит? Бьет ведь наотмашь. Ящерица это. Суицид жизни. Парень упал. Куда бы вас посталкивать, чтобы за мной перестали уже идти? Ладно, пойдем сюда сначала сходим. Тут у нас сундучок. Бесполезный, по-моему, совсем. Или нет? Ну, для меня да. И тут мужик в кресле. В инвалидной коляске. The dark. Сам ты the dark. Львенок. Здравствуйте. Ай, больно. Ты что творишь? Лишь бы топориком помахать, а? Не знаю, лучше бы пошел он лужи откачал навозные эти. Так. Лупоглазые всякие создания. Дропнули что-нибудь? Блин, ни одна ничего не дропнула. Что-то с дропом в этой серии печально все. Пора кольцо надевать. Ну или не пора. Не знаю точно. Ворона. Бесстыжие к тому же. Одень штаны, блин, птица. Так, куда еще сходить? А, у нас же есть кольцо шепота, кажется, да? Я же его купил, даже. Энджи. Давай, его одену сразу. Ладно, сюда, босс. Пошепчемся. Так, кольцо шепота. Что-то никого не слышно. Так, и надо взять алебарду. На это у меня сил не хватит. Хватит. Ну-ка все. Этот как бьет, я забыл. Да. Ага, не сойдет.
принципе, нормально. О, кольцо шепота заработало. Кольцо лука. Ай, блин, надо вот сюда сначала зайти. Вот, собственно, почему я сначала в DLC забегал, чтобы вот эти вот все проклятия боком шли, лесом. Потому что если тут под... без защиты от проклятий прийти, тебя через каждую минут будут проклинать и уменьшать жизнь. Короче говоря, не напасешься. Маникюра. Эй! Зараза, не попал. Давай. Да ты что делаешь? Вот. Обломок. Обломок. Нормально, салют. Ну все, это нам больше не нужно. По-моему. Что тут? Бердыш плюс. Мы уже бердыш плюс 7, по-моему, взяли. Да? Я просто проверю себя. Ну да. Human, are we? Human, да. This is no place for you. Be gone. Shit, be gone. Are you not afraid of me? Не то, что совсем не боюсь. Humans rarely come here. Those who do turn back when they see me, or make an attempt on my life. But you are different. We once had a master, but he was born. He resented. Eventually, it was at the peak. Our master, eventually. In the end, what it was. Nobody knows when or where I'm. The only ones. I wish to ask a favor of you. I want you to kill my betrothed. Once, I always found her at my side. But as time went on, things went awry. She became violent, raging uncontrollably. Eventually, she... We have been... We seem to be at a... I will be sure. The past is a distant... My name was Tom. The past... My name was... Все. Короче, он просит убить свою невесту. О чем говорит? Ой, ладно, я не буду говорить, рассуждать. О чем это говорит? В этой игре это ни к чему. Ага, штаны снял. Бесштанная команда, теперь ты да еще и мертвая к тому же. Мертвая бесштанная команда. Так, кольцо шепота нам больше не нужно. Со львами я драться, наверное, не буду. Хотя. А, вообще нет, буду. Вот буду. Там есть еще один секрет. Не очень нужный, конечно, но он же там есть. Надо же его рассекретить. Вот все дает.